Друзья, мы правда уповаем только на Бога живого. Przyjaciele, liczymy tylko na Boga, żywego Boga. Так много зла в этом мире. Бог jest sławny, wierzymy w to. Мы вчера посещали Освенцим, и я уже третий раз там. Вчера byliśmy в Освенциме, и byłem там по раз третий. Я третий раз не перестаю удивляться, все время это затрагивает мое сердце. Как так могло случиться? По раз третий не могу зрозуметь, как так. Диви мне тоже, как что так 70 сталося. Лет назад, это ж вот-вот на наших глазах, 70 лет назад. 70 лет тому на наших глазах. Полтора миллиона людей убили. На одном маленьком участке земли. Забили полтора миллиона людей на таким малым клоптику земли. Больше 200 тысяч поляков убили. Как вообще? 800 тысяч поляков забили. Как это возможно? И пока не было войны у нас, я не понимал, как это вообще может быть. Как люди могут мыслить так? И пока у нас не было войны, не разумевал, как это может быть? Как люди могут так мыслить? Но когда в моем городе расстреляли четверых моих братьев, але когда в моем месте которые верили в Бога, расстреляли четырех моих братьев, которые верили в один Бога. Один из них был лидером прославления. Один из них был лидером увеличения. У одного 8 детей осталось. Один заставил 8 детей по себе. Просто за то, что он вот так поклонялся Богу, как мы с вами. Только за то, что так само хвалил Бога, как мы. Я понял, что зла так много в мире. Зрозумел, что зла есть очень много на свете. И то, что было тогда, может повториться и сегодня. И то, что было тогда, может еще повторить сейчас. Хочу вам сказать вот какую новость. Хочу вам поведать такую новину. Все это надо. Слово Божье говорит, Исаия 60 глава 2 стих. Моментик. Исаия 60 глава 2 стих. Давайте прочтем. Исаия 62. 60 раздел 2. Написано, ибо вот тьма покроет землю и мрак народы, а над тобой воссияет Господь, и слава Его явится над тобой. Бо ото темность окрива землю и мрак народы, леч над тобой заблищне Пан, а Его хвала укажеся над тобой. Пророк Агей также пророчествует во 2 главе, в 7 стихе, и там сказано следующее. «И потрясу все народы, и придет желаемый всеми народами, и наполню дом мой славой», говорит Господь Саваоф. Агеуш в 2 разделе, версум 7, мови, «Порушив всички народы так, же наплынув коштовності всіх народів і наповнює цей дом хвалою, мови Пан застемпів. Послухайте внимательно, сказано, Бог говорить, це пряма річ Бога. Послухайте, мовіше, Бог мовить, чи є тьма наповнить всю землю, що темність наповнить цілу землю. Мрак опуститься в народи. Мрак огорне народи. І Бог говорить, я потрясу всі народи. И Бог мови, что встрясну всеми народами. Понимаете, когда у нас все комфортно и все хорошо, и мы живем, и классно, и детки играются, и кофе на столе, и ну, все как бы очень сложно представляется, что что-либо будет потрясено. Разумеете, мы живем очень комфортно, пьем хербатки, дети се бавят, и очень трудно есть вообразить, что может стать что-то настолько злого. Но на самом деле все может произойти вот так. Раз, по щелчку пальца, все может измениться. Але направде, все может измениться так шибко, как стрикнение пальцев. Мы жили точно так. Украина, хорошая страна, своими трудностями, проблемами. Но в целом это хорошая страна, хорошие люди. Украина, например, добрый край, добрые люди. И все изменилось в один день. И все изменилось в один день. Все начало трястись. Wszystko zaczęło się trząść. Realne trzęsienie, kiedy wzrywaются bomby или miny, все трясется, дома разрушаются. Literalnie, jak wybuchają bomby, to wszystko się trzęsie, domy ruszą się. Życie ludzi, którzy przyjechali w wam stronę, ona совершенно изменилась. Życie ludzi, którzy przyjechali do was, do kraju, absolutnie zmieniło się. Некоторые вообще не выжили, просто потому что погибли при боевых действиях. Некоторые в ogóle не пережили, бо просто сгинели при войсковых маневрах. Никому в голову не приходило, что в центре Европы, в Украине, вот такое может произойти.
Никому до головы не пришло, никто не помышлял о том, что в центре Европы, в Украине, что-то такое может стать. Но на самом деле это произошло. Але то стало. И вот что Слово Божье говорит. И мови Слово Божие. Такое будет происходить, или потрясения будут происходить по земле. Же такие потрясения будут еще ставали на земле, будут еще отбывали. Это не обязательно война везде и в Польше, например. Не конечно, то есть война тут или где-то иначе. Но это витальные землетрясения. Але там могут быть литеральные трясения земли. В Италии землетрясения. В Италии землетрясения. В Вошах трясения земли. В Сирии убивают детей. В Сирии забивают людей. В Африке умирают с голода и от недостатка воды. В Африке люди гинут от голода и все может измениться буквально в один день. Все может измениться в один день. И Бог говорит, что это в самом деле придет. Тьма покроет землю. И Бог говорит, что в тот самый день. И потрясения придут. Темнощь покроет землю и придут потрясения. И самый важный вопрос. И наиважнейшее питание. Самый важный вопрос. Как устоять во время потрясений? Наиважнейшее питание то, как претрвать подчас таких вещей. Как твоя церковь устоит во время потрясений? Как твой костюм может претрвать? Как твоя семья, как ты сам сможешь устоять во время потрясений? Как твоя родина, как ты сам сможешь вытрвать, претрвать? Потому что остаться живым это не значит жить. Бо зостать живым, то не значит жить. Человек не просто живет хлебом, ему нужен внутренний стержень, стимул. Человек не живет просто самим хлебом, он потребует чего-то в środку, слупу. И чтобы устоять во время потрясений, нужно что-то, о чем я собираюсь вам сказать. И чтобы претрвать, есть потреба чего-то, о чем вам оповем. На самом деле мы не были самым грешным городом во всей стране. Славянск не был таким самым греховным городом. Направда, не были мы наиболее грешным местом в целом краю. У нас даже ни одного ночного клуба нет или стрип-бара какого-то. Не имеем даже клубов, ночных клубов или баров с стриптизом. У нас были очень хорошие отношения между церквями. Мели мы очень хорошие отношения между костелами. И всеми церквями города мы делали большие праздники на центральной площади нашего города. И костелами робили мы очень большие импрезы на швента в центре. Мы часто молились места. И постились вместе все церкви города, часто все евангельские церкви города. Часто молились мы еще и постились мы целыми костелами. Я не могу сказать, что это просто вот самый греховный город, и Бог излил свой гнев. Я так не могу сказать. Не могу поверить, что это наибольшее грешенцы место, и Бог попросту укарал в одном моменте. Но горе пришло в наш город. Але терпение пришло в наше потрясения пришли в наш город. Потрясение пришло до нашего места. И вот какие выводы мы сделали. Какие сделаем внески? Церковь, которая ориентируется на боль. Костюк, который ориентирован на боль. Она выстоит во время потрясения. Это одна из граней. Претрва подчас потрясения. Смотрите, что говорит Иисус Христос. Он говорит: блаженны плачущие, ибо они утешатся. Иисус Христос говорит: благословенны плачущие, ибо они будут утешены. Да, блаженны милостивые, ибо они помилованы будут. Блаженны са милостивые, ибо они будут избавлены. Что это значит? Что это значит? Это значит, что тебе, когда все хорошо, когда хорошо в твоей стране, тебе нужно тренировать себя, свое сердце, чтобы правильно реагировать на боль другого человека. То значит... То это значит, что когда в твоей стране все хорошо, то значит, что когда в твоем краю все есть в порядке, тебе нужно тренировать свое сердце, мусишь тренировать свое сердце, реагировать на боль другого человека, реагировать на боль другого человека. Я видел церкви в нашем городе, которые учили, например, о святости. Видел костелы в нашем месте, которые, например, учили о святости. Ну, знаете, не просто и о внутренних переменах, но больше акцент на внешних. Оденься правильно, косынку одень, там, за одежду много. Не, вроде бы неплохая тема. Не о внешних изменах, а больше о внешних. Например, как себя ладно убрать, как правильно себя заховывать, но не о внешнем свете. Вроде бы и это надо, но у них такой акцент был на внешнее, на все правильное. Ніби того тоже есть потреба, но они на тиле натискали на то внешнее.
Это было основной теологией их церкви. Что это была подставовая теология их костёла. И когда пришли потрясения? И когда пришли потрясения? Когда пришла война? Когда пришла война? Когда вдруг убили некоторых наших братьев? Когда нагло наши братья застали забиты? Так эта церковь просто настолько переполнила страхом, что разбежались из города и ничего не делали. Ten kościół на tyle przepełnił się strachem, że wszyscy uciekli z miasta i nic nie zrobili. Знаете, я не осуждаю кого-то, я просто хочу предупредить вас, нас с вами, как нам пройти времена потрясения. Не осуждаю никого и не робię wniosków, ale chcę pokazać wam, jak my możemy przetrwać ciężkie czasy. Знаете, мы всегда как церковь ориентировались на то, чтобы помочь другим людям. Завше як костю былишме зорієнтовані на помоц інним людям. Мы искали возможности, как помочь наркоманам выбраться с их вот с их ситуации. Пробувалишме знались методи, як помоц людям залежним від наркотиків вийти з цієї залежності. Все последние 17 лет мы служили детям-сиротам. Останні 17 лет служилишме дітям сиротам. Сначала мы кормили их, брали с улицы, кормили их. Забиралишме их из улицы, кормилишме. Потом так получилось, что у нас организовался свой детский приют. Позже так сдожило, что створился дом детска у нас. Потом мы увидели, что даже христианский приют, он не меняет сердце ребенка. И мы поняли, что чтобы изменить сердце ребенка, нужно принять его в свою семью. Później zrozumieliśmy, że nawet chrześcijański dom dziecka nie zmienia dziecko od środka i trzeba, żeby zmienić to dziecko, trzeba go zabrać do swojej rodziny. I my начали усыновлять детей. Zaczęliśmy adoptować dzieci. Кстати, у меня 8 детей. Ja mam 8 dzieci. Двое из них биологических, тех, кого мы родили, 6 усыновленных и приемных. Двое из них есть биологичных и 6 адоптованных. Знаете, когда ты идешь вот в сторону боли, твое сердце становится другим. Ведь если идешь напротивку бури, твое сердце становится иным. Наташа говорила, что когда пришла война, мы мысли первые у нас были, а как мы будем помогать людям? Наташа говорила, что когда первые погласки войны пришли, наша первая мысль была, как будем помогать иным людям. Помните, она рассказывала за хлеб, который мы сушили? Помните, я рассказывала о хлебе, который сушили мы? И мы сушили его в церкви, чтобы открыть пункты горячего питания для горожан. Сушили мы его в костеле, чтобы отворить пункты, где местные могут себе наесть. Когда город оказался окруженным, закрытым, железная дорога не работает, автовокзал не работает, бензина нет, продуктов нет, люди в шоке и в панике. Kiedy miasto zostało odcięte, stacje były zamknięte, dworce były zamknięte, stacje benzynowe nie działały, to wszyscy byli w szoku. Мы увидели, что нужно помочь людям выехать из города, просто спасти их от бомбежек. Zobaczyliśmy, że trzeba pomóc ludziom wyjechać z tego miasta, po prostu uratować ich od obstrzału. И мы начали спасать людей, вывозя их из города. Zaczęliśmy ratować ludzi, wywożąc ich z miasta. И знаете, кто-то это делал, а кто-то не делал. Wiecie, ktoś to robił, a ktoś też tego nie robił. И ответ лежит в теологии. I odpowiedź leży w teologii. Ты не можешь вдруг начать что-то делать, если у тебя не было опыта реагировать на боль раньше. Nie możesz nagle zacząć coś robić, jeżeli nie miałeś nigdy doświadczenia z tym, żeby reagować na ból innego. Поэтому первый пункт хочу вам всем сказать. Dlatego pierwszym punktem chcę wam wszystkim powiedzieć. Всегда смотрите на тех людей, которым хуже, чем вам. Zawsze patrzycie на людей, którzy mają gorzej niż wy. И старайтесь сделать все, чтобы им помочь. I próbujcie robić wszystko, żeby im pomóc. Когда придет момент потрясений, kiedy przyjdzie moment potrzęsienia, у вас будет драгоценнейший опыт, będziecie mieli nieocenialne doświadczenie, которое невозможно вот сразу заработать, тебе нужно время для этого, które nie możecie dostać od razu, и этот до tego опыт potrzebny czas поможет тебе выстоять во время потрясений. I to doświadczenie pomoże ci stać twardo podczas potrzęsień. Второе. Мы Drugie. Пережили и переживаем войну. Przeżyliśmy i przeżywamy wojnę. И война это не просто России с Украиной. И война то не есть по просто война помежду Россией и Украиной. Война очень духовная. Война есть духовол. Война между поднявшимися или воскресшими духами красного коммунизма.
Wojna pomiędzy zmartwychwstałymi duchami z obalonego komunizmu. Если вы жили, вот, вы пережили, или поколение, вот мое с пастором пережили, что такое красный коммунизм? Если пережилище, например, как поколение мое и пастора, что то такого есть червоный коммунизм? Это абсолютное отрицание Бога, атеизм, то, это преследование человека, его прав. То есть тотальная негация Бога, прав человека. Худшее, что можно было собрать, это начало происходить у нас на востоке Украины. Najgorsze, co można było zebrać z tego wszystkiego, zaczęło się dziać u nas na wschodzie Ukrainy. Ja думаю, что и у вас есть фильмы такие, вот, про времена... Myślę, ну, у нас в стране точно есть фильмы про 37-39 год, когда Сталин просто хватали на улицах людей, их бросали в тюрьмы, их били, и они потом подписывали любое на себя признание. Myślę, że też macie takie filmy o czasach powojennych, kiedy Stalin po prostu łapał ludzi, przymuszał ich podpisać dokument i oni szli do więzienia i też podpisywali dokument o ich znajomych. Ну, это можно сравнить, как вот, когда была немецкая оккупация, когда хватали людей и человек ни в чем не виноват, а его делали виноватым. Можно попросту поравнять с оккупацией немецкой, когда людей хватано и посадзано до вензения за ниц. Вот этот дух снова воскрес на востоке Украины. И тен дух знов з мертвых стал на всходе Украины. А воскресший дух радикального православия. И з мертвых стал дух радикального православия. Это такой дух, который говорит, что никто, кроме нас, мы основная религия, всех остальных уничтожить. То есть дух, который говорит, что никто, опроч нас, мы естечмы главной религией, а иных треба знищить. И они пришли к нам с нашивками «Русская православная армия». И они пришли до нас с написами «Российская православная армия». И убили вот этих четверых братьев. И забили тех четырех братьев. Забрали у нас церковь. Забрали наш костюм. Поставили танки, два танка на территории церкви. Поставили два чоуги на территорию костюма. И стреляли в сторону украинской армии. И стреляли в сторону армии украинской. Естественно, нас выгнали. Очевидно, были мы выгнаны. Епископа арестовали. Епископа арестовали. И это чудо Божье, что Бог его освободил. И то есть чудом, что звольнили его позже. Нас есть десятки пасторов, которых били. Мамы десятки пасторов, которых били. Которых водили на расстрел. Которых, над головой стреляли очередью с автоматами. Которых ставили на расстреляние и стреляли над головой. Только потому, что они верят не так, как православная церковь Московского патриархата. Только для того, что они верят иначе, ніж Кощу православный. Война Московского патриархата. Да. Война очень духовная, очень духовная. Война есть очень духовная. Моменты потрясения – это не просто какие-то, ну, события в физическом мире. За ними стоят духи. Моменты потрясения – это не только акции в жизни физическом, телесном, то есть акции духовные. И воевать с духами не может ни одна армия мира. И проводить войну с духами не может жадное войско на свете. Ни американцы, ни израильтяне, ни одна армия, нет спецназа в мире, который мог бы воевать с духами. Ани американские войско, ани израильские, жадное не ма войск специального призначения, которое может вальчить с духами. С духами злобы поднебесной Бог дал право воевать своей церкви. С духами зла Бог дал право вальчить своему костелови. Помните, в Ефесянам написано, что наша война не против плоти или крови, но против духов злобы поднебесной. В Библии есть написано, что наша валька есть не против тела и крови, только с духами, которые са под небом. Потому что вот что получается, если ты сумел завалить духа или отогнать духа. Бо что выходит, если смогуешь выгонить духа или прогонить его, то человек становится адекватным. Человек стаёшь нормальным. А если духи его давят, колпашат, то у него сепаратизм в глазах, он ненависть в глазах, он готов убивать, але он готов делать зло. Але ежели есть опентаны, то ма сепаратизм у себе в очу, ма зло и есть готовы забиять. И тебе нужно, и церкви Бог дал право воевать в духовном мире.
И Кощевови Бог дал право вальчить с этими духами. Поэтому в момент потрясений второе, что играет ключевую роль. Для того в моменте потрясения другое, что ма великое значение, ключевое знание значение. Знание Бога и молитва и регулярная постоянная молитва Богу. То есть познание Бога и молитвы и регулярная молитва до Бога. Ты не можешь вдруг стать таким молитвенником и от сегодня на завтра часами молиться, если у тебя не было опыта раньше. Не можешь нагло стать молитвенный и молиться дуже, если вчесне не имеешь досвідчення. Поэтому, когда время благоприятное, очень важно свое сердце настраивать на молитвенную волну. Для того, когда час есть добрый, то очень важно строить свое сердце на фале молитвы. Ты должен научиться, когда все хорошо, воевать в духовном мире. Когда все есть в порядке, мужчина научить чинить вальке в свете духовном. Для того, что когда придет настоящая война, ты был воином, вооруженным. Для того, что как придет правдивая валька, то маешь бронь, которую можешь себе послугивать. Вот по этой причине вдоль всей линии фронта у нас стоят молитвенные команды, миссионерские центры, 26 миссионерских центров вдоль всей линии фронта. Для того мы вздолж целой линии фронта центром миссионеры, которые целый час ще модло. Где миссионеры? 26 центров миссионеров. Где миссионеры молятся, постятся, служат людям, но они первую очередь понимают, что их война в духовном мире. Где они ще модло и вальчат целый час в свете духовном. Вот поэтому в нашей церкви уже, ну, наверное, третий год каждый день идут молитвы. Для того, в нашем костеле codziennie są modlitwy, odbywają się modlitwy. Два раза в день, утром молитва и вечером молитва, собирается церковь. Два раза dziennie, рано и вечером, zbiera się cały kościół i się modli. Мы молимся, молимся и молимся. Modlimy się, modlimy się, modlimy się. Тебе нужно понимание духовного мира, чтобы устоять во время потрясений. Potrzebujesz zrozumienia świata duchowego, żeby stać twardo w czasie potrzęsienia. Третье, что крайне важно. Третье, что есть очень важно. Это называется личное водительство Духом Святым. То есть особистое проводение через Духа Святого. В Библии написано. В Библии есть написано. Праведный своей верой жив будет. Верный своей верой жив будет. Własną wiarą będzie żywy. Справедливый жив из веры своей. Внимание, своей верой, не общей верой, не коллективной верой, не верой страны, своей верой жив будет. Свою веру, не коллективную веру, не веру, которая есть в панстве, только własную веру. Потому что в момент потрясения, то, что в общем, оно плохо работает, тебе надо личное знание Бога и личное водительство Божье. Бо в моменте потрясения ogólne rzeczy nie działają, musisz mieć osobisty stosunek z Bogiem. Ja wam расскажу один пример, что я имею в виду. Opowiem jeden przykład. Każdy dzień my wywozili ludzi z города i my wywozili это busami. Nas było 4 или 5 busów i my wywozili ludzi z города. Codziennie wywoziliśmy ludzi z miasta. Mieliśmy 4 lub 5 busów, małych autobusów, którymi wywozili ludzi z miasta. Ludzie утром толпой приходили в церковь и просили нас: вывезите нас, спасите нас. Тумы рано приходили до костела и просили: вывезьте нас, забежьте нас. И мы садили в бусы, вывозили их в другой город. Этот город назывался Изюм. Там работали транспортные развязки, и люди могли уже дальше куда-то ехать. Забирали мы их до тех бусов, вывозили мы до места Изюм, и там уже было безопаснее, они могли себе далее ехать. Где-то 200 километров, 170 километров от нас город Харьков. И мы туда вывозили людей, инвалидов, больных, кто не мог передвигаться, просто отвозили в Харьков. 200 километров от нас есть место Харьков, до которого вывозили мы неполносправных и хорых людей, с которых могли утекать далее. А тех людей, кому некуда было ехать, вот я не знаю, ни денег у меня нет, ни знакомых, но спасите меня, мы вывозили в тот лагерь, о котором девчонки рассказывали. А те, кто же не имели где поехать, не имели где еще уратовать, то просто вывозили мы до того обоза, о котором оповедали девчонки. И вот каждый день мы вывозили людей из города, это было опасно.
Codziennie zabieraliśmy ludzi z tego miasta i to było bardzo niebezpieczne. Потому что сепаратисты смотрели на нас и то, что мы делали, им не нравилось. Bo separatyści patrzyli na nas i to, co robiliśmy, im się bardzo nie podobało. Украинская армия тоже, которая стояла вокруг города, они на нас плохо смотрели. Армия украинская, которая стала дооколо места, тоже недобре на нас смотрела. Потому что когда мы заезжали в город, мы завозили продукты, чтобы кормить бедных людей. Bo jak wjeżdżaliśmy do miasta, to wwoziliśmy produkty i prowizje, które chcieliśmy nakarmić ludzi. A im to nie podobało, oni думали, że my kormimy separatystów. Im to się nie podobało, oni myśleli, że my pomagamy separatystom. Короче, у нас были сложности и с одними, и с другими. Mieliśmy trudności z obu obozami, z obu stronami. И вот однажды, в очередной раз, когда мы забрали людей и выехали бусами из города, i jednego razu, kiedy zabraliśmy ludzi, wyjechaliśmy z miasta, Бог мне говорит. Bóg powiedział. Не заезжай бусами снова в город. Не въезжай с поворотом до места. Я говорю своим братьям: братья, мы оставим бусы за городом, за территорией города. Powiedziałem braciom: bracia, zostawimy nasze autobusy za miastem. И мы возьмем маленькую машину и потом заедем в город. Возьмем малый самоход особовый и въедем до места. Это было сегодня, или вчера, а сегодня утром залетают бандиты с боя на территорию церкви и говорят: где ваши бусы? Нам надо раненых вывозить. Мы хотим вас их конфисковать. То было вчера, а dzisiaj wracamy do kościoła i tam są separatyści i mówią: gdzie są wasze autobusy? Chcemy nimi wywieźć swoich rannych. Тебе нужно личное водительство Божье, чтобы сам ты мог был спасен и тех, кому ты служишь, были тоже спасены. Potrzebujecie osobistego wodzenia przez Boga. Это такой маленький случай. Их были десятки, когда Бог проговаривает. Но если твое сердце настроено слышать, ты начинаешь поступать сообразно Его слово. To jest jedna sytuacja, ale takich rzeczy zdarzało się dużo. I kiedy wiesz, kiedy masz stosunki osobiste z Bogiem, to wiesz, co robić w takiej sytuacji. И последнее, что хочу вам сказать. I ostatnie, co chcę wam powiedzieć. Jest большая разница. Jest duża różnica. Между правдой pomiędzy prawdą i istiną. Auf Englisch true. Nie znam. Prawda i istina. Okej. Prawda, prawda to to, co widzą twoje глаза. Prawdą jest to, co widzą twoje oczy. А истина – это то, что говорит Слово Божье. А фактом есть то, что говорит Слово Божье. Еще раз. Правда – это то, что твои глаза видят. Еще раз. Правда есть то, что видят твои глаза. Еще раз. Правда есть то, что видят твои очи. А истина – это то, что говорит вот это слово. А жечевистость – то есть то, что говорит слово. Это может быть большая разница. То может быть дуже разница. Я вам расскажу, как Бог нас научил верить больше истине, чем собственным глазам. Оповем вам, как Бог научил нас больше слушать факт действительности, а не смотреть своими очами. Наш город был закрытым. Наше место было замкнуто. Каждый день увеличивалось сепаратистов в городе, количество сепаратистов в городе. Codziennie zwiększała się ilość separatystów w mieście. Представьте себе, мы выходим со здания, и вот здесь большая баррикада шин лежит. Wyobraźcie sobie, że wychodzimy z budynku, a przed nami stoi duża ściana zbudowana z opon. А потом мы проходим перекрестку, а там бетонные блоки выросли. Przechodzimy skrzyżowanie, a tam są bloki z betonu. A potem чуть дальше там заваленные деревья лежат просто по дороге. Odrobinę dalej są powalone drzewa. И ты видел сначала 40 человек, потом 100 человек, потом ты заметил танк ездит по твоему городу. Na początku widziałeś 40 ludzi, później 100 ludzi, a później za chwilę już widzisz czołgi jeżdżące po twoim mieście. A potem już 1000 человек военных с тяжелым оружием бегают по городу. A później już 1000 ludzi z dużą ilością broni biega po twoim mieście. Każda ulica, każdy перекресток, все стало блокпостом, все стало вооруженным, вооруженным местом таким. Każda ulica, każde skrzyżowanie stało się ośrodkiem wojennym, gdzie bronili się. Za городом стояла украинская армия. Za miastem stała armia ukraińska. И за городом, когда мы выезжали, вывозили людей, мы видели большие пушки,
танки, тяжелое оружие, которое становилось вокруг города. Kiedy wyjeżdżaliśmy za miasto, widzieliśmy dużo broni, widzieliśmy czołgi i duże armaty, które stały za miastem. I my понимали, что как только дадут команду украинской армии захватывать город, i zrozumieliśmy, że jak tylko otrzymają rozkaz wejść, wkroczyć do miasta, ukraińska armia otrzyma rozkaz. Может быть, десяток украинцев сепаратисты убьют, и украинцы разозлятся и скажут: "Засыпем градами город". To może, to może dziesiątkę osób z armii ukraińskiej separatyści zabiją, a dalej ukraińska armia zdenerwuje się i zdecyduje, że zaczniemy obstrzeliwać bombami город. Zasypiemy całe miasto. Вот такой был сценарий по нашему городу. Это была правда. Taki był scenariusz i to była prawda. Это то, что видели наши глаза. To jest to, co widziały nasze oczy. Но истина была в другом. Але рzeczywistość była w innym. А истина была вот в чем. Rzeczywistość była taka. Мы имели пророческое слово о нашем городе. Mieliśmy słowo prorocze o naszym mieście. И это пророчество лет 20 назад мы услышали. I to usłyszeliśmy 20 lat temu. Что Славянск это город убежище. Że Sławiańsk to jest miasto, które chroni. Это место, которое, это город, который принимает беженцев, а не сам убегает. То есть место, которое принимает уходцев, а не само ucieka. И вот представьте себе, мы бежим с города, мы вывозим людей из города. И выбросьте себе, уcieкаем из места, вывозим людей из места. В лагере, о котором говорила Марина и Наташа, Мы ведем постоянную молитвенную стражу. В обозе, о котором говорила Марина и Наташа, целый час вальчимы в молитве. Каждый день команда выезжает с лагеря, заезжает в город, забирает людей и привозит их тоже в лагерь. Codziennie дружина выезжает из обозу, едет до места, забирает людей и привозит до обоза. Каждый день растет людей количество в лагере. Codziennie rośnie liczba ludzi w obozie. Три раза в день мы собирали весь лагерь. Trzy razy dziennie zbieraliśmy cały obóz. I вот что мы говорили. I oto co my mówili. Бог нам сказал. Бог нам powiedział. Славянск это город убежище. Sławiańsk to jest miasto schronisko. Это значит, что мы будем жить в нашем городе. To znaczy, że będziemy żyli w naszym I mieście. И это значит, что мы будем принимать еще беженцев. I będziemy przyjmowali uchodźców. Правда была в том, что это абсолютно нереально. Prawda była w tym, że to było absolutnie nierealne. No istina była w tym, co nam сказал Бог. Ale rzeczywistość była w tym, co powiedział nam Bóg. I to ogromny konflikt między twoimi глазами, między twoim umem i między twoim sercem. Большой конфликт. I to jest duży konflikt pomiędzy twoimi oczami, twoim umysłem i сердцем. I sercem. I to всегда вопрос, во что ты больше веришь, собственным глазам? Или ты веришь Слову Божьему? И то есть завше квестия, в что больше веришь, в своим очу, чи Слову Божьему? Мы стояли на Слове Божьем, говорили, Бог, ты нам сказал, и так будет. Ты нам говорил, и это произойдет. Сталишь мы на Слове, и твердились мы, что так обещал Бог, и так Бог, и так будет. Мы не знаем, как это произойдет, но это произойдет. Не знаем, как это отбудет, но так будет. Вы знаете, через два месяца, 5 июля, Бог нагнал такой страх на всю эту банду, такой страх, что они, бросая все, оружие, медикаменты, еду, просто бежали с города. И видите, 5 липца Бог сделал такой страх помежду этими сепаратистами, что они рзучили все, рзучили бронь и просто опустили место. Никакая украинская армия не освобождала Славянск. Может, вы не знаете этого. Может, не знаете, но жадная армия украинская не звольняла Славянск. Да, они были вокруг Славянска, но они не освобождали Славянск. Так, они там были, но они его не высвободили. Бог нагнал страх на ополчение. Они бежали из города, оставляя все. Бог дал страх сепаратистам, и они уcieкли из места и заставили все. Мне это напоминает историю из Библии, помните? Припоминает мне то историю из Библии, помните? Когда два человека вышло и говорят, нам все равно, где умирать, в окруженном городе или там. Ну, вы помните эту историю, да? Когда двое людей вышло и сказали, нам все равно, где умирать, так в вот, отточенном месте или где индей. Чтобы устоять в момент потрясений. Żeby wystać w momencie potrzęsienia. Тебе надо видеть картину, которую Божье Слово рисует в твоем сердце.
masz widzieć obraz, który Bóg, Słowo Boże, rysuje w twoim sercu. Nie twoje глаза говорят плохо и будет ещё хуже. Kiedy twoje oczy mówią źle i będzie jeszcze gorzej. A Biblia говорит: везде будет тьма, а над тобой воссияет Господь. Biblia mówi: wszędzie będzie ciemność, a nad tobą będzie воссияет Господь, будет свет Божий. Będzie światło Boga. Итак, друзья мои, потрясения, они приходят в нашу жизнь. Przyjaciele, potrzęsienia przychodzą do naszego życia. У кого-то сейчас, кто-то сейчас живет во времена потрясений. Ktoś teraz przechodzi przez czasy potrzęsienia. У кого-то рушится семья, все трясется. У кого-то się niszczy rodzina i wszystko się trzęsie. Кто-то из переселенцев, который переехал сюда, пытается выкарабкаться. Ktoś przyjechał tutaj, został wyszydlony i próbuje. Я не знаю всей вашей ситуации. Porządkować swoje życie. Nie znam waszej sytuacji. Но я вам даю хорошие библейские советы. Ale daję wam porady ze Słowa Bożego. Что вас спасет во время потрясений? To, co was uratuje w czasie potrzęsienia. Смотрите всегда на тех, кому хуже, чем вам. Patrzycie zawsze na tych, kto ma gorzej niż wy. Служите таким людям. Тренируйте свое сердце. Собирайте помощь. Помогайте. Делайте все, чтобы натренировать свое сердце, делать добро. Służycie takim ludziom, pomagajcie im, robicie wszystko, co od was, co jesteście w stanie zrobić, żeby im pomóc w tej sytuacji i robić dobro. Будьте в таком молитвенном состоянии, чтобы не просто, когда пастор зовет молиться, а ты в постоянной связи с Богом находишься. Bądźcie w takim stanie, kiedy modlicie się nie tylko wtedy, kiedy pastor wzywa do modlitwy, ale cały czas znajdziecie się w stanie modlitwy. Żeby kiedy Bóg zacznie do ciebie mówić, ty był sposoben usłyszeć. Żeby kiedy Bóg zacznie do ciebie przemawiać, mogłeś usłyszeć. Ja wierzę w большое пробуждение, które будет перед пришествием Христа. Wierzę w duże przebudzenie, które przyjdzie przed przyjściem Chrystusa. To пробуждение будет в Украине. To przebudzenie będzie na Ukrainie. Оно коснется России. Оно тknie też Rosji. Оно обязательно придет на Польшу. Obowiązkowo przyjdzie do Polski. Мы не все понимаем, не весь план Божий видим. Nie wszystko rozumiemy, nie widzimy całego planu Boga. Но я верю, друзья мои, вот друзья поляки, что через вот этих переселенцев, которых вы приняли и которым служите, że przez tych uchodźców, których przyjęliście i którym służycie, Bóg использовать, чтобы благословлять и ваш народ. Бог wykorzysta, żeby błogosławić też wasz naród. Для тех, кто переехал сюда, друзья, хочу вам сказать. I ci, кто przeprowadzili się tutaj, też wam chcę powiedzieć. Не ностальгируйте о прошлом. Nie czujcie nostalgii o przeszłości. Was Bóg поселил сюда. Бог вас tutaj оседлил. Благословляйте эту страну. Żebyście błogosławili благословляйте ten этот край. Народ. Błogosławiajcie ten naród. Укрепляйте здесь. Wzmacniajcie się tutaj. И всегда смотрите, Боже, чем я могу послужить тебе. I zawsze myślcie, Boże, czym mogę posłużyć tutaj. И не просто думайте, а начинайте делать. Nie tylko myślcie, ale zaczynajcie robić. Служите людям. Говорите им о Христе. Служите людям. Молитесь о людях. О Христусе. Мудрите себя. Есть один текст в Библии, где написано. Есть текст в Библии, где написано. Когда Бог переселил в плен. Kiedy... Там сказано, что благословляйте, молитесь о благосостоянии города, в который Бог переселил вас. Kiedy Bóg przesiedlił ludzi do innego miasta, powiedział: módlcie się o mieście, w którym jesteście teraz. Бог переселил вас. Вот это слово вам, друзья мои. Бог оседлил вас тут. Я знаю, что это сложно. Wiem, że to jest trudne. Я знаю, что есть прошлое, есть эмоции, но у вас есть настоящее. Wiem, że jest przeszłość, są emocje, ale was interesuje teraz. И даже если вам кажется, что очень трудно, вы до конца не понимаете план Божий. I nawet jeżeli wam wydaje się, że jest trudno, а в Божьем плане вас использовать и сделать пробуждение и в Польше, и дальше по Европе. Do końca nie rozumiecie plan Boży i plan Boży to jest przybudzić narody i w Polsce, i poza Polską. I вместе с вами я хочу помолиться. I razem z wami chcę się pomodlić. Я хочу помолиться о том, чтобы исполнились Божьи планы о нас всех. Chcę się pomodlić o spełnieniu Bożego plana o nas. Я хочу помолиться о том, что когда придут потрясения в ваш город или в вашу страну. Chcę się pomodlić o to, że jeżeli przyjdą potrzęsienia, kiedy przyjdą potrzęsienia do was, do waszego kraju, к
тому, чтобы оказаться славной церковью Иисуса Христа. Będziecie gotowi, żeby stać się sławnym kościołem Jezusa Chrystusa. Потому что славная церковь, она полна любви. Bo sławny kościół jest pełen miłości. И она полна добрых дел. I pełen dobrych она полна любви к Богу. Jest pełen miłości do Boga. И она полна добрых дел. I dobrych czynów. К тем, кто принимает нас. Для тех, кто нас принимает. И кто нас не принимает. И для тех, кто нас не принимает. Знаете, в войну мы научились любить ближних. Мы спасали своих. В войне научились еще кохать ближнего. Мы научились любить дальних. Мы спасали горожан и не только наш город. Так, ратовались мы людей местных, не только с нашего места. И мы учимся любить врагов. И учимся любить наших врагов. Это не то, чтобы мы с кем-то враждовали. Они нас идентифицируют как врагов. То не есть так, что мы с ними врагуем. То есть так, что они нас идентификуют как врагов. Люди, которые по-другому мыслят, чем ты мыслишь. Люди, которые мыслят иначе, чем ты мыслишь. Которые желают тебе смерти. Которые хотят смерти для тебя. Мы учимся любить таких людей. Учимся кохать таких людей. Поэтому привозим на линию фронта хлеб и раздаем. Dlatego przewozimy chleb na linię frontu i oddajemy. Когда тебе кулаком машут и проклинают тебя, ты снова приезжаешь и приносишь им воду, привозишь им дрова. Kiedy oni klną i machają pięścią, a ты dalej przyjeżdżasz i przewozisz im wodę i chleb. Потому что ты понимаешь, что на самом деле это не люди, это бесы, которые их делают такими. Bo rozumiesz, że naprawdę to nie są ludzie, to jest diabeł, który robi z nich takich. И тебе надо...